Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я Зератул, и с вами девятая серия прохождения игры, от которой у меня нереальные мурашки. С вами девятая серия Dead Space. Итак, я, честно говоря, чутка запамятовал, на чем мы закончили в прошлый раз, и, откровенно говоря, я переживаю, что после обновления драйвера видеокарты у меня могли слететь настройки, поэтому мы сейчас быстренько заглянем в них. Быстренько. Так. Ага, я вспомнил. Мы сражались с каким-то огромным монстриком. Так, еще и мышка тут, короче. В общем, стример, как ты понимаешь, готов к записи видео, конечно же. Мы сражались с каким-то монстриком, я вспомнил. Давай проверим быстренько. Быстренько проверим настройки. Я просто переживаю. Для начала управление. Чувствительность мыши вроде не слетела. Дальше. Видео. Доп. Настройки. Ну, что-то вроде бы все нормально. Ну, значит, все хорошо. Значит, мы продолжаем. Че? Нам нужно с тобою добить кого-то там, кто, видимо, вот там на нижнем этаже делает большой бум-бум-бум. Или это метеориты делают. Короче, непонятно. И еще, по-моему, мы с тобой решили, что у нас теперь нет никаких пушек, кроме как крутых, да ведь? Ой! Тьфу ты, ёшкин кот. Короче, давай назад загрузимся. Лишнюю пульку потратил. А перезаряжаться-то нечем. Все, давай продолжаем. Ну так вот, короче, без патронов идем к врагам. Я рисковый парень, ребятки. В самый неподходящий момент они полюбасу закончатся. Это же классика жанра. Но мы ради этого и взяли новые пушки, чтобы в какой-нибудь самый решающий момент я орал как ненормальный. О боже, какой я дебил, что взял не те пушки! Вот, поэтому погнали. Нам нужно с тобой активировать электричество в последнем модуле, если мне не изменяет память, да ведь? Наверх нам нужно отправиться, наверх. На уровень... Мы сейчас на уровне 2, нам нужно на уровень 3, что ли? Уровень 3 это выше, да? Уровень 3 это выше или ниже? Я уже забыл. Еще я отвык от управления в этой игре, но это как бы мелочи. Подожди, я это не хотел открывать. Ага, все нормально, ладно. А, подождите, есть один моментик. А че у меня... С собой патроны для пушки, которые я не ношу. Это я зачем так сделал, ребят? Ну да ладно. Не суть важно, верно? Верно. Так, тут вроде бы все мы собирали, вроде бы мы тут даже были. Это хорошо. Ух, тут сколько ящичков. Что-то там они шепчут мне что-то на ушко. Не люблю, когда мне что-то на ушко шепчут. Так, подожди. Оп, вот это. А, да, лично. Ну все, погнали, чё. Что за звук был? Фу! Женщина! Нифига ты стреляешь. Так, подожди. Как тебя убить? Фу, из нее эти вылезли. Фу. Ой, где-то одна осталась. Я, короче, понял. Это типичная яжмать. Это типичная яжмать. Она, короче, идет такая самая крутая, да? А в итоге, короче, своих спиногрызов на нас спускает. Пошел вон отсюда. Так, нам нужно троечку, четверочку попробовать. Пушка! Колотушка! На! А почему она не стреляет-то? Стреляй! Стреляй! На! Да ты умрешь, нет? На! А чё эти пушки такие слабые, ребят? Обычный лазерный резак, и то лучше.
Что-то потно. Что-то потно. Что-то я уже обосрался немножко. В итоге, вот эта пушка просто отталкивает. Вот эта пушка нормально убивает. А вот эта пушка что делает? А, ее надо было заряжать и держать. А я просто нажимал. Батарея резака. Это что такое вообще? А это что такое? Электросистема включить? Подожди, электросистема включить. Что, это все хотите сказать? Давай сохранимся. Давай, запишись. Хватит мне шептать, ну. Шепчут и шепчут мне. Поставь лайк на видео. Поставь лайк на видео. Ты любишь этого стримера. Поставь лайк на видео. Итак. Тут вон еще аптечка, кстати, валяется. А, мне, кстати, она нужна. Да, держу тебя в курсе. Две маленьких потратим. Система метеоритной защиты включена. Так, энергия у нас есть, но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Угу. 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 Я вас понял, сэр. Блин, нет, нет. Сейчас кто-нибудь наверняка прорвется в этот коридорчик, как тогда. А, или нет? А, мне туда, значит, вот здесь этот лут-хаб. У меня нет патриков, меня это немножко беспокоит, ребят. А мне дают бесполезные патрики, у меня нет лазерного резака. Еще мне дают какие-то батареи. Что за батареи? А, так батареи это для этой, что ли, пушки? Ну тогда ладно, тогда у меня получается есть немножечко патрончиков. Да, батарея резака, то есть батарея это в смысле для той пушки, которую я прямо сейчас держу в руках. Так, давай, кстати, об этом, давай-ка все перезарядим. Тут что, 4 патрона, тут что? 66, слушайте, а патронов реально не так уж и много, я бы сказал. Патронов реально прям маловато, патронов реально прям что-то нема. Никто там со спины ко мне не придет? Так, готовимся. Готовимся, ребятки! В том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Блин, воздушный баллон, нафиг он мне нужен. Так, давай возьмем какую-нибудь более сподручную пушку. В итоге-то у меня на самом деле пушки, которые дамажат, особо и нет, что ли? Получается. Получается, пушки-то, которые дамажат, у меня и нет. Зона вакуума. Да, зона вакуума. Зона невесомости. А чё, прям так, то есть? Внимание! Ага. Отмечены множественные удары по правому борту. Ага. Батюшки! Это что такое было-то? Яко меня расторобанило-то? Я даже не понял. А как я должен был увидеть-то это? Ну, меня просто это... Вот наку. Так, а запись-то пошла? А запись-то пошла? А запись-то пошла. Да, господи. Что тут у меня с волосяками опять происходит? Все? Все. Итак, что-то я не поняла. В итоге-то как зона я должен был понять? Зона невесомости. Внимание. Угу. Отмечены множественные удары по правому борту. Я ничего не понимаю, ребят, как я должен здесь их проходить? Я должен как-то увидеть это или чё? Не соображаю пока. Зона... Давай просто будем стоять, я не знаю. Зона невесомости. А, вот, какой-то кислородный баллон, и чё? Внимание!
Отмечены множественные удары по правому борту. А, типа мне нужно вот так идти за этими штучками, да? Да? Что ли? Ну да, похоже на то. Мне нужно передвигаться вот такими вот кусочками. И сейчас еще по любасу монстры появятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че ты там хлипаешь? Не хлюпай мне тут. У тебя 26 секунд еще есть. Ой, бежим, 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 Айзек. В какой-то веке использую эти чертовы баллоны. А то никогда их не юзаю. Все ж? Ой, не все. Так, ну все, хватит. Спасибо. Сейчас должен в конце появиться монстр, ну полюбасу. Это же Dead Space. Успею добежать сразу. Ой! Пусти меня, игра! Фух! Спасибо. Warning! Zero oxygen area ahead. Так, батарея. Зона нормального давления. Это что это? Рубиновый полупроводник? Это мне денег сыплет? Нифига, так запись делаем. Запись делаем, мы не гордые, мы и сохранимся лишний разочек. Так, отлично. А-та-та-та-та-та-та-та, отлично. А это что такое? А, это мы сейчас сядем и будем сбивать метеориты, дай догадаюсь, да? Это пушка-генератор частиц, так что ты спокойно разнесешь любую цель. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. Так это звездные войны начались, ребятки. Кек. Блин, правда здесь это управление неудобное. Ой! Ой-ой-ой. Стоять! Да блин, здесь инерция! Инерция! У пушки инерция! Твою налево! Стрелять неудобно! А-а-а. Нет! В баню! Ты рофлишь надо мной! Внимание. Нет! Ниже 50%. Хреновый из меня стрелок! Нет, 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 нет! Подставу он рассыпался на три маленьких! Ну чё там долго нет? Хемсворт, или как тебя звать? Да какой совсем немного, издеваешься? В смысле? Здесь еще и перезарядка какая-то есть, что ли? Ёшкин кот. Нет. Нет. Аллилуйя, ну и жесть. Автоприцел подключен, он расчистит нам путь. Как только выйдем на нужную орбиту, я включу автопилот. Можешь возвращаться к транспортному туннелю, я встречу тебя на остановке. Ну и капец, ну и капец. Это было нелегко, скажу я тебе.
это никак, ну, не передать словами, но просто в этой игре вонючая инерция, она капец как добавляет, короче, к прохождению сложностей. Потому что ты не можешь просто целиться, куда ты хочешь. Потому что у тебя... Ты такой нацелился, и мышка такая, дёрг влево, дёрг вправо. И это жесть. Зона в... Так, а куда бежать-то дальше? Обратно? Серьезно? Зона невесомости. А, ну так все, теперь можно просто пробежать. Это что за появление твою налево? Я не поняла. На. А из него же что-то выпасть должно было. Ну я же стреляю. И что, из него ничего не выпало? Однако. Двадцать восемь секундочек, кстати говоря. В кои-то веки заюзаем еще раз. А то сейчас монстр в конце меня убьет. Я же полюбасу с ним буду долго возиться, да? Сейчас вот из этой дырки что-нибудь вылезет. А, нет, я понял тебя. А, он умер вроде бы. Ну, он по ощущениям мертвый. Ну и все тогда. Заходим. Зона гравитации. Фух. Ну, короче, оружка хрень, надо менять, надо менять. Она ничего, никого не убивает, обычный лазерный резак это лучше бьет. Понимаешь? Поэтому как бы да. Айзек Хэммонд, вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Ага. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Думаю, там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Вы затрахали эти диалоги делать такими резкими? Уже от них можно обсериться. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Я слышу где-то кого-то. Я где-то кого-то слышу. А! Что это за башка вообще такая? Дай пирожка! На! Короче, с огнеметом будем драться. Дай ё! Ой, перезарядка. Нет патронов! Твою налево! Так, хиллоу. Да я же убил! На! Чё они не дохнут? А чё они не дохнут? Как их убить-то тогда? Отвали! На! Да ты шутишь? Охренеть, лютая дичь! Да, перезарядка. Можно мне перезарядить огнемет? Это единственное, что их нормально убивает. Да. Короче, дичь. На. Ну и жесть. Столько на это все потратил
Патриков и в итоге и ради ничего. Противные монстрики. Тупо противные монстрики. Может сохраниться? Ну так, честно, всякий. Давай, наверное, перезаписывать уже здесь начнем, сверху прям. Но это все, короче, это в баню эти пушки, а они говнопушки, короче. Пушки, говнопушки, нам надо другие брать. Нам надо брать нормальные. Давай на уровень 2. Нам нужно взять нормальные пушки. Эти пушки вообще ни о чем, ребят. Короче, огнемет, лазерный резак. И вот с четвертой нужно определиться. Потому что вот эта вот пушка, я так и не понял, в чем ее сила. Ну, бьет она вроде бы больно. Ну, короче, я не догнал. Не говорите, что мне нужно сейчас будет еще кого-то убить. Можно в магазин, пожалуйста? Пожалуйста. Все, спасибо. Фу. Ну и дичь. Надо менять пушки. А то пушки у меня хрень какая-то. Значит, короче, смотри. Средняя аптечка. Переместить. Рубиновый полупроводник. Продать. Плазменная энергия пусть будет. Ну вот. Ну вот это мне вообще не понравилось. Хрень какая-то. Просто отталкивает. Вот это топчик пушка. Вот с этой так и не понял. С высокой степенью разрушения. Давай ее тоже уберем, короче. Теперь. Возьмем малую аптечку одну. Нет, не хочу покупать, я хочу взять из сейфа. Вот, малую аптечку одну. Один воздушный баллон на всякий случай. Хотя баллон, наверное, найдем, но да ладно. И дальше что? Плазменный резак точно возьмем. Ну и может быть импульсную винтовку тогда взять, что ли? Или все-таки силовой пистолет? Ой, вернее, силовой резак. С высокой степенью разрушения. Но он заряжается долго, а я в панике шмаляю, как ненормальный. Так, ну вроде как все. Вроде как все, куча кредитов. Купить ничего не можем. Так, в итоге. А, надо купить для огнемета хрень. Для огнемета. А то он у меня не заряженный, да. Дальше ты. Тоже бы надо купить для тебя бы. Ты заряжаешься. Так, для огнемета и для большого тесака. Значит, короче, смотри. Для огнемета и вот эти вот штучки, да? Да. Блин, звук такой мерзкий в игре сейчас звучит. А, ну, кстати, сюда и надо было, держу тебя в курсе. И давай сохраняшку сделаем. Когда мы все купили, все сделали, все у нас готово, короче. Давай. Все. I am ready for battle, my friend. Короче, в итоге нету лучшей пушки, чем лазерный резак. Так и с ней допроходим, короче, до конца игры, наверное. Еще мне нормального костюма не дали, а все равно костюм у меня не самый топовый. Звуки такие здесь мерзкие. Так, понятно теперь почему. Перезаряжаемся. Сзади меня кто-то идет, что ли? Нет, вроде. Ну и вроде как все. Вроде как все, вроде как все.
Че по времени у нас, че по времени, сколько серий идет? Ну еще можно чуть-чуть позаписывать. Так, глава 4, смерть неизбежна, завершено. Начинается. Так, сохранить, конечно. Ну давай куда-нибудь, я не знаю, сюда. Начинается новая глава, ребятки. Смертельное пристрастие. Мы, получается, с мостика в медотсек идем. А чё, куда? Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Задание добавлено. Можешь купить патронов, ребят? Что-то по патронам как-то у нас это... Вообще туго, смотри. 50 тут. 6 тут. Ну ладно, у винтовки много патронов. Ладно, окей, пойдем так. Погнали. Говорят, надо спасти мир, как всегда. Никто, кроме нас. Блин, а я не люблю этот хаб. Ты в силах помешать божьему промыслу. Естественный порядок. Ты кто вообще? Кто ты? Who are you? Where are you? Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Ну, это мы уже разобрались. Так, патрончики нашли. Ничего больше тут нет? И чего, и куда бежать тогда? Ага, вот сюда. То есть меня не выпускает, что ли? Ну давай это сейвик сделаем, чтобы лишний раз потом не бежать фиг пойми откуда. Так, все, погнали. Че по времени? Ну еще можно немножко поиграть. Что за звук? Сдохни! Чудовище! Блин, их много. Резак надо, короче, на максимум качать в плане урона. Чё я тут понабирал? Страшно, ребят, не хочется туда, вообще не хочется туда идти. О, кстати. Давай, зарядись. А что это за место? Мы здесь разве были? А, блин, смотри, какой жердяй стоит! Твою налево! О май гад! Ребят, я не хочу туда. Блин. Надо вернуться назад в магазин и апнуть себе пушку, а то это перебор какой-то. У меня пушки слабенькие, я буду долго его колупать. Да, блин. Ну слушайте, это... Проблемка, я бы сказал. Ну, игра предлагает мне просто идти. Я, конечно, дико извиняюсь, игра. Но мы будем на моих условиях играть. Вот и все. Ай, боже мой! Фу-фу-фу-фу! Умри! Как его убить-то? А как его убить? Ай, фу, они плюются!
Да блин. На. Все, я убил тебя. Да нет же. Как убить эту хрень, ребят? Все, сдохни, пожалуйста. Он все равно их порождает. А как его убить? Я не понимаю, ребят, как убить-то эту фигню? Да ёшкин кот. Это он типа умер? Это то есть я целый заряд потратил патронов ради одного вот такого хрена? Ох, ёлы-палы. Не, ну это, ребят, вообще нифига не смешно. Тут еще где-то, что ли? А, нет, это они так умирают, странно. Ребят, это что-то вообще нифига не просто было. Давай-ка мы с тобой силовые узлы потратим. И аптечки у меня нет, и это печально на самом деле. В кои-то веки я хочу вкачать вот это. Горячий узел не обнаружен, так и ясно, ладно. Немножечко апнем, а то это что-то вообще не смешно. Как их убивать-то? Куда стрелять-то? Хоть бы игра подсказала. А то я целую эту потратил и в итоге еле убил его. Ага, аптечку заюзали. Точно сдох? Тут что-то короче. Фу. Ёшкин кот. Что-то еще где-то валяется вроде. Показалось Штирлицу. А, не туда. Да блин. А, можно я тебя вообще перетащу? Не, нельзя, да? У меня нет патронов, это последние 5 моих пулек, ты понял? Так, перезаряжаемся, в смысле, меняем. Вот так. Ты рядом с хим-лабораторией. Ага. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Угу. Я посмотрю, где они могут быть. Угу. Без патронов пришел я в хим-лабораторию, детка. Что делать мне с этим фактом, а? Давай ты мне патрошков дашь, хоть немножко. Чайную ложку. Не, ну я реально бесстрашный парень, конечно. В эту дверь нельзя зайти? Ну ладно. Ага, лифтик. Лифтик. Че по времени? Надо бы заканчивать уже. А тут, кажется, сейчас какой-то боссик намечается. Личный дневник доктор Кэллус Мерсер. Угу. Теперь у меня есть ответ для изучения. Я могу доказать свою теорию клеточной регенерации. Зафиксировать пациента было проблемой, но теперь он вполне спокоен. Он доверяет мне, доктор Кейн. Он доверил мне свою жизнь. Он знает, что является частью замысла, понимает, что я делаю. Лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Сейчас я собираюсь сделать надрез, чтобы внедрить клетки образца в... Так это он... Так это доктор Мерсер и создал, что ли, этих некроморфов? Он внедрил... Их клетки в мозг человека? Я правильно понимаю? Блин, там столько лута. А можно туда пройти? Я вон вижу, там куча лута. Фу, только не говорите, что они на меня нападут. Смотри, сколько их тут. Так, подождите. Это что такое? Силовой блок какой-то.
Куча лута, короче. Так, потрошки мне дают. Блин, ну я понимаю, что сейчас будет дальше. Сейчас вот эти вот хрены вылезут на меня. А их нельзя заранее убить? Ага, я вас понял. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. А и все? Антигена завершен. Что пожалуйста, ты делаешь? Заберите капсулу. Ты кто? Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Ты кто? Узрел, ты и есть доктор Мерсер? Давно мертвы. Угу. Но не хотим в этом сознаться. Угу. Прекрати свой бег, свою угу. борьбу. Угу. Наше будущее, твое будущее, угу. будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Угу. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, угу. с детьми, которые заменят нас нашим угу. лучшим творением. Угу. Вот я тебя выслушал, и знаешь что, доктор Мерсер? Иди-ка ты нахрен. Ой, ну это было слишком предсказуемо, ну слишком. Хрена себе, а ты, может, умрешь? Для приличия! Ети же, пассати же, ребят. Ой-ой. Умри, пожалуйста. Ни хрена себе в тебе жизни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты не сможешь убить это, Айзек. Оно постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! Как? Как бежать-то отсюда? А чё ты раньше-то не сказала, что это неубиенная хрень? Блин, вон еще. Да нет, да идите нафиг, ну нет, у меня раз... Я умер. У меня нет хп вообще. И пулик нет. А, ты посмотри на мои хп, ты посмотри, видишь, на нуле красненькая полосочка моргает. Блин, бежит, 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 бежит. Это хрень. Отвали. Да откуда вас столько? Есть аптечка хоть какая-нибудь? Нету. Блин. Нет, ситуация патовая, ребят. Сейчас еще монстр на меня нападет по жанру, да? По классике жанра. Но я не доживу вообще никак. Ха-ха-ха. Ну вот как я должен пройти? Не надо. Не надо, хпшек нет! Ай, твою налево. Ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Ага. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Ага. Айзек, ты должен поторопиться. Ничего мы не будем торопиться, мать! Ты видишь, хп у меня сколько? Ты видишь, как я выжил на писечке, а? Силовой блок нашли мы. Так. Сейф. Переместить. Блин, Патриков нет, вообще нет Патриков. Дальше, лазерный магазин. Топливо огнемета. Так. Я что, маленькую аптечку заюзал? Да зачем? Блин, маленькую аптечку заюзал.
теперь ее надо купить. Косяк. А может быть взять просто из сейфа среднюю, переместить. Все. Короче, ребят, серия подходит у нас к концу. Действительно, давай делаем сохранение. И на этом закончим, только сохранение сделаем, перезарядившись. Вот, судя по всему, нас ждет полный звездец в следующей серии, потому что мы будем с этим неубиенным Немезисом сражаться. И от этого, короче, легче не становится, скажу я тебе. Блин, у меня, наверное, вот этих пулек нет, да? 4 всего. Так, ну вот, мы перезарядились, и на этом мы, ребятушки, делаем сейвик. Делаем сейвик и заканчиваем данную серию. Ссылочка на плейлист с прохождением этой игры, конечно же, будет в описании под видео. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, сообщество Battle.net, CR Discord, оформляйте спонсорку, чекайте мой инстаграм. Удачи в играх и не только, и всем, ребятушки, пока-пока.